«Наше кино» представляет. Фильм Сергея Бодрова-старшего. «Не сменяли ночи». На моей земле все воевали со всеми. Каждый, кто крепко держал саблю, называл себя ханом. Воины ложились спать, боясь раздеться, и оружие обнимали крепче, чем жен. Люди ждали, чтобы пришел кто-нибудь и установил порядок. Монголы забыли свои обычаи. Я заставлю их вспомнить. Даже если мне придется казнить половину монголов, я сделаю это. И кара будет теперь одна. Смерть. Монгол. Старик, скажи мне, что будет? Ты сам знаешь, что будет, великий Чингисхан.